Всем привет! Сегодня мы будем зажигать поющую свечку. Пошка. Сейчас что-то подарят. Что-то двойка они, да? Угу. Это большой подарок. А может, там все лестницы ели. Ребята, эта свечка оживает, потому что когда ее поджигаешь, то она поет. Вы куда там шли? Здравствуйте. Полина, сейчас мы тебе подарим подарочек. Закрой глаза. У меня сегодня день рождения, 21-го. Ого! С днем рождения! Боже мой! Вау! С днем рождения! С днем рождения! Кролик! Он такой милашка! Мяска. Он, кстати, ручной. Он это любит на руках сидеть. Любит на руках? Только прижать его надо к себе вот так, придержать. Сейчас загадаешь желание? Загадай и забывай. Такой милашечка. Спасибо. Ура! Ура! День рождения тебя, Полинка, день рождения тебя. Вот у нас первая прогулка с Пушком. У нас хорошая погода, светит солнышко. Да. Это дядя усы с Катей купили. Пускать? Давай, пускай. Да, это одуванчики любит. Артур, он сам выбирает, когда хочет кушать.